трогательный, интересный. И, ну, честно, аж даже до слез. Показать мужество, самоотверженность наших военных летчиков, реальное состояние того, что сегодня есть в наших вооруженных силах. Это невероятно высокий боевой дух и, конечно, огромное желание и стремление служить защите нашего Отечества. Очень гордо сидеть в этом зале, видеть настоящих генералов, боевых генералов. И я думаю, что и видела даже, люди не могли сдержать слез, правда. Фильм хороший, достойный, думаю, что всем понравился. Впечатления, эти переживания, наверное, со мной так и останутся на всю жизнь, я думаю. Я запомню это кино не как кино. Оно как-то для меня и не кино вовсе.